Да. В селе Ичик Салаторского района ко Дню Республики откроется фельдшерско-акушерский пункт. Здание уже построено, а сейчас завершаются работы по благоустройству. Новый ФА будет обслуживать более 200 человек. Сейчас сюда завозят оборудование и проводят высокоскоростной интернет для консультаций с врачами районной больницы. Фельдшерско-акушерский пункт будет оснащен всем, что необходимо для первичного медицинского осмотра. Здесь будет работать молодой специалист из Тамбовской области Дмитрий Сераштанов. Приятно удивило по приезду то, что здесь есть подстанция скорой медицинской помощи. Вот спасибо им огромное. Вот действительно очень сильно помогает, потому что без колес очень тяжело. Да и специалисты неплохие. Выручают всегда. Понимаете, бывает ситуация, когда действительно минута решает все. И то, что они там находятся, и доехать им очень легко сюда, быстро, это огромный плюс. Это огромный плюс, и порой плюс в нашу пользу. Достойному фельдшеру достойное рабочее место. Поэтому мы очень рады. Возродился у нас лет 5 назад, открылся храм для нашего душевного здоровья. Теперь для телесного открывается фельдшерский пункт. Очень нужное, конечно, это событие, очень знаменательное. Мы очень этому рады. Все село, конечно, благодарит и здравоохранение, которое не обмануло наши надежды. Отметим, что за 6 лет в республике было открыто 180 фельдшерско-акушерских пунктов.